Итак, всем привет в очередной раз. Наши войска в виде обычных солдат уже построились, и мы сейчас собираемся в очередной раз, точнее не в очередной, а в первый раз, десятую стадию мегакраба победить. Ой, куда он убежал? Мегакрабчик. Да, тебя. Что нам нужно сделать здесь? Танками против пушек воевать нельзя. Это, конечно же, очень... Тут такой мегакраб, я ни разу его не показывал. Тут клешни должны быть где-то. Вот. Что-то он плохо шевелится. Ну ладно, бог с ним. Танками против пушек воевать нельзя. Здесь у нас пушки здесь. Здесь у нас пушки, включая бум-пушку. Вот этот ракетная установка, которая нам будет немножко мешать, но мы ее уничтожим с помощью этих друзей, которые критеры в контейнерах. Будут дальше придется нам опять идти обычными солдатами. И тут в конце, конечно, обычным солдатам будет тяжело. Скорее всего, придется в следующей атаке оформлять, делать танки. Ну, ладно. Начнем, я думаю, высаживать наших солдат. И все будет по ходу ясно. Вот как-то так. Оп. Еще раз. Теперь это сюда. Так, теперь это сюда. Теперь это сюда. Вот так вот у нас солдатики обычные забомбили. Критеры побежали вперед. Теперь мы им поможем. Немного. Так. Может быть, даже и с одного раза получится, нет? Подлечим чуть-чуть солдат. Теперь у нас проблема это, конечно, большая проблема. Ай-яй-яй. Мы попали. Просто попали. Сейчас башенку. Еще раз башенку. И солдат, наверное, уведем всех сюда, чтобы они постарались и все-таки победили. Десятую стадию мегакраба. Времени почти 2 минуты еще. У меня есть ощущение, что у нас все прошло удачно. Осталось 3 большие такие мортиры. 1 огнемет. Здесь все наши солдаты успешно уничтожили. И таким образом мы за один раз должны сейчас пройти. Я от волнения даже камеру сдвинул. За один раз мы должны пройти наш 10-й этап, 10-ю стадию мегакраба. Вот мы тут проходим вместе с
маленьким мальчиком, с моим сыном. И он мне подсказывает, что делать, да? Ну и кивает. Ну вот, победа. ...84 солдата потерь, но количество золота, которое мы получили, оно компенсирует все эти потери, плюс 130 камней, и в общем, очень все хорошо, все довольно неплохо. Сейчас мы посмотрим на следующую стадию мегакраба. Думаешь, можешь ударить из-под тишка, и тебе ничего за это не будет? Ну, ой-ой-ой. Конечно же, мы бьем не из-под тишка, мы бьем напрямую. Вот сейчас мы посмотрим, что там в следующей стадии мегакраба. О, это очень серьезно сейчас. Ого, ого-го. Один вход, куча пушек, то есть начало мы должны начать обычными войсками. Потом идут у нас, должны пройти где-то вот до этого этапа и потом перейти, переключиться на танки. Вот как-то в два этапа, наверное, должно все это произойти, как минимум в два этапа. Ага, еще защита, мне мой сын подсказывает, еще защита стоит у базы. И тут все очень серьезно, скорее всего, надо, ну, защита уничтожается в процессе, то есть плюс 67 тысяч защиты будет, вот этот щит, да, щит 103, а генератор щита где? Где же генератор щита? Где справа? Справа. А, вот генератор щита. Вот этот генератор щита надо будет уничтожить. И тут еще опять шоковая установка. Да, все очень серьезно. Я думаю, что за два раза даже тут не пройти. Но начинать нужно будет все равно с обычных солдат, которые должны успешно победить танки. Вот, потом танки, пушки. Потом взять танки, пройти вот этот этап где-то до генератора, до самого мегаядра, пройти танками, а на этом этапе придется, скорее всего, брать базук вместе с горами и запастись, так сказать, удачей и терпением. Все, тогда делаем новых солдат. И встречаемся на этапе 11 атаки 11 уровня мегакраба. Лайкайте, если понравилось. Если не понравилось, все равно лайкайте. Всем пока.